Ну что, друзья, говорят, технический перерыв Brawl Stars закончен, и разработчики нам что-то подарили. Демоны. О, ребята, сегодня демоны. И знаете что? Мне интересно, что же разработчики сегодня нам подогнали. Так, это было, это... Ребята, 100 демонических призов. Что? Вы серьезно? Да ладно, я шучу, ребят. На самом деле, 3 демонических приза и 3 ангельских приза. Все равно это хорошо. Все равно, ребята, бесплатные 3 приза демонических и 3 ангельских, ребята. И это довольно-таки... Боже, посмотрите на эти скины. Посмотрите на эту красотищу. Так, обязательно забираем подарки дня. Обязательно все тебя сами должны забрать. Так, подожди, тихо, очки силы тоже забрать. Так, подожди, что мне сегодня выпадет с этих призов? У нас демоны, у нас, естественно, появились демоны. У нас квесты на демонов, ничего такого. Ой, у нас квест на кота и квест на Кензи. Это имба, это имба. Кстати, у нас проходит, так, еще 5 билетов получаем. Итого у меня в наличии 10 билетов. Я пойду проходить, когда будет в наличии 15. Что для того, чтобы сразу получить топ-1. Но сейчас, ребята, я хочу чем заняться? Я хочу, ребята, открыть демонические и ангельские призы. Начну с демонических, потому что они не сильно мне так важны, потому что все демонические скины я уже получил, а вот с ангельскими, ребята, у нас проблема. Так, выпадет ли что-то с бесплатных демонических скинов максимально крутое? И напишите в комментариях, что вам выпало с этих бесплатных скинов, бесплатных призов. Так, демонические вообще ни о чем. Ангельские, ну, что-то вообще как-то... 6 призов открыл, а толку, как будто я их и не открывал. И я вас прекрасно понял. Так, что мы с вами должны сегодня сделать? Закончить все квесты, кстати, по Бравл Пассу. У нас уже очень близко, ребята, к наградам, которые я хочу себе забрать. Это, конечно же, ребята, скины Ларри и Лори. Нужно буквально апнуть несколько уровней. Естественно, закончим сегодня ежедневные квесты. А вам, ребята, я хочу напомнить, что у меня... В телеграм-канале проходит конкурс на бесплатный Бравл Пасс Плюсы. Осталось буквально несколько дней. Если вы хотите забрать себе бесплатный Бравл Пасс Плюс, по ссылочке залетаете и участвуете в конкурс. Но главное условие — поставить лайк и подписаться на канал. Ну а если вам нужны все вот эти штучки, ребята, с гемами, если вам нужны призы, если вам нужно донатить Бравл Старс, вы знаете, что делать. Магазин Робзи Шоп к вашим услугам. Куда мы с вами сегодня пойдем? Ну, естественно, туда, где у нас больше квестов. Кстати, почему у нас нет Война Призраков, Тройное Столкновение в нокауте? Подожди, Захват Кристаллов с квестом? Нет, Захват Кристаллов не с квестом, но мне интересно, Захват Кристаллов сходить за Бравлера, у которого есть квест. Так, это Кензи либо Кит. Давайте за Кензи. Кензи с огоньком вроде бы неплохо себя показывает, и если я сейчас проиграю, вы меня закидаете тапками, ребят. Почему у нас заставка с Джуджу? Мне вот это вот интересно. Так, ладно, поехали. Так, хил, щит и... Я понял, высасывание жизни. Так, у нас у двоих есть в команде демонические темы. Так, тан. Ага, тан. Раз и два. А, вот так вот, ладно, они все... Почему-то я один сражался против троих. А, я убил Леона. Он, точнее, не я убил, а он сгорел. Так, прыжочек. Раз, два. Ой-ой-ой-ой, как я там отхилился. Как я только что там отхилился. Мама, не горюй, очень сильно отхилился. Так, ребят, отходим. Не быкуем тихонечко. Раз, два, три. Так, прыжочек. Попал? Нет, не попал. Ладно, такое тоже бывает. А где Леон с чужой команды? Где-то. Так, давайте здесь набегаю. Давайте, кто-то наступил. Так. Прыжочек. А меня здесь нету. Ага, отхилился. У меня есть гемасики. Так, тихо. Раз, два, три, четыре. Так. Минус Пока. Нет, слушайте, я красавчик. Подожди, почему там Эмс? Как Эмс смогла расправиться с нашими двумя? Мне интересно, как Эмс против двоих вообще сражается? Вы вообще издеваетесь? Так, ребят, ну, я еще должен в соло все тащить? Это какое-то издевательство. Так, давайте, я забираю.
Так. Так, хилимся, рубим. Так, отходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно, как же больно бьет Эмс. Ладно, я здесь постою. Надеюсь, у нет удара через стену. Так, Динамайк, отойди туда, там бежит Леон. Так, хорошо, хорошо. Ладно. Нет, так на самом деле Кензи просто силен в этом режиме. И я должен быть звездным игроком. 78 тысяч урона. 8 хилов. Это просто жесть. Посмотрите, что я только что дотворил. Не, это имба. Давайте, пожалуйста. Ну почему такую фигню дают мне? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я думаю продолжить. Я думаю продолжаем за Кензи. Тем более квестики нужно сделать. Там у нас еще и за кота. Ну за кота в соло сейчас играть. Такое себе. Ой, боже, против нас будет краб. Шелли, краб и... Это будет жесть. Это будет жесть. Краб сейчас раскачается. Я вообще ему ничего сделать не смогу. Шелли, естественно, меня вообще убьет с одной тысячки. Это будет больно. Раз, два, три. Ну, меня уже убили. Ладно, там Биби пришла, добила. Так, давайте, ребят, духов добивайте. Ладно, если я не смогу, Биби должна помочь, по идее, мне. С моей проблемкой. Так, ага. Так, я прыгну вот сюда. Хорошо, минус краб. У краба подрыв есть. Ну вот просто одна тычка, один выстрел. Один выстрел Шелли, я труп. Но вот как против нее сражаться? Я не понимаю. Так, до свидания, иди в баню отсюда. Капец, я чуть не сгорел. Это просто жесть, как против Шелли сражаться, я вообще не понимаю. Так, давайте краба зарубим. Но это невозможно. Ну реально, Шелли, как? Ну блин, просто идет один выстрел, набрала ульту, выстрел, все убило. Это просто жесть какая-то. Это нереально. Ну это нереально. Ну и краб уже, конечно, про это. О, боже мой, как Шелли... Если мы сейчас выиграем катку, я буду в шоке. Я буду просто в афиге, если честно. Угу. Я, конечно, прыгнул, но мимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да ладно, я... Брок, уходи, 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 уходи. Там Шелли идет, дурак. Уходи, Брок. Я тебя прошу. Прошу. Нет, давай, Биби, добей его. Ой-ой-ой-ой-ой, я думал, что это все, но нет, просто выбили Шелли, естественно, я звездный игрок, я у Шелли забрал гемы, и все хорошо, но с вами случилось, как приключилось. О, боже, 639 кубков, кстати, у меня на этом парнишке, и мне нравится этот парень. Может быть, кстати, другую ему способность взять за демонов, или все-таки оставить, но здесь должно быть попроще. Сэнди... Кто меня здесь контрит? Ну, Эмс наталкивает. Кто может мне еще помешать здесь, в принципе? А, ну вот так. Давай. Ну, я отхилюсь. Я уже почти вернулся. Ой, вот эти неприятные штучки. Давай. Оп. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. До свидания. Так, Эмс сейчас умрет, она пытается... Ну, серьезно? Ладно, Эмс пыталась идти за мной, и у нее это не сильно получается. Ладно, это была фиговая попытка. Но зато я их, короче, отбайтил у себя к ним на базу, и мои ребята в это время пока здесь кайфовали. Так, вот это плохая сейчас была идея. Так, а вот это мы забрали. Ага. А походите за мной, побегайте за мной. Побегайте по адскому пламени. Давай. Побегайте за мной. Ну, давай. Давай. Просто фулл хп забрала, смотри. Извини, Сэнди, но ты отлетаешь. Раз, два, три. Не, адское пламя, это по нему бегать, это такое себе удовольствие на самом деле. 54 тысячи урона, 5 киллов. Нет, ни разу за Кензи, ребята, не проиграл. Естественно, как бы я мог проиграть за Кензи? Я профессиональный игрок, вообще чемпионат мира. 12 побед на Кензи. Хорошо, у нас 41 квестов. Ежедневные одиночные столкновения. За кого можно сходить? Виллу. Два квеста.
Я, если честно, и забыл, какой красивый скин у меня на виллу. Просто имба. Ну, естественно, я займу здесь топ-1. Здесь гадалки не ходи. 15-баночная вилла, в принципе, убивает любого бойца, который не встретится. Тем более, у меня есть ульта, у меня есть и все гаджеты на месте. И прекрасный скин, который дает мне плюс 500 к скиллу. Кстати, где последний сидит? Где последний друг сидит? Мне просто сейчас даже интересно. Потому что, судя по тому, что происходит, он всю катку даже и не вылазил. Я его найду, интересно, в кустах где-то или нет? Где он, там, что ли, сидит? А, понятно. Я понял. Ладно, Макс, давай, отдыхай. Хорошего настроения. Сколько бойцов я убил за эту катку? Давайте посмотрим. А, не показало. Короче, много я убил. 3 квеста одновременно мы это делаем. Забираем сейчас сюда. Ну. Блин, не то. Спрей. Спрей на халявку тоже хорошо. Итак, виллу оказывается у нас еще та горячая штучка. Я сделал себе на нее квесты, поднял кубки, забираю сегодня последний, но... Не самый... Ой, иконочка игрока. Итак, что мы с вами сделали? Сделали кучу квестов, забрали кучу опыта, сделали кучу всего интересного, забрали халяву, подняли уровень, ждем новенькие скины. А самое интересное, ребят, завтра нам даются, что? Еще 5 билетников, и будем делать 3-й день соревнований и разваливать кабинеты. Короче, ребят, лайк, подписка, колокольчик, до встречи в новой серии, всем пока.